что, мам? Как тебе? Я все помыл. Да ты даже посуду помыть нормально не можешь. От тебя никакой пользы. Ты посмотри, собака голодная сидит. Кто больше всего просил собачку? Я? Просто безобразие. Пылище по всему телевизору. Ты наказан. Иди в свою комнату. Да, мама. Иду. Да как так-то? Сколько можно наказывать меня? Ленчика снова наказали? Так, Лень, я тут кое-что придумал. Я наконец-то нашел лучший способ, самый бесшумный. Как можем сбежать из дома? Вот так, все, смотри. Теперь я сделал окно в твой дом. Лень, просыпайся. А я и не сплю. Я отбываю наказание. Я никуда не пойду. Да ладно тебе, Лень, я нашел наконец-то способ. Давай вставай, я никудышный сын. Я постоянно разочаровываю родителей. Лень, знаешь, вместо того, чтобы лежать и плакать, ты бы хотя бы прибрался в комнате в своей. Понятно, почему тебя все время наказывают. Давай-ка, кирку в руки и пошел. Один кружок мусоросбор и все. Думаешь, это поможет? Ну, с двумя кирками в руке так должно. Давай, Лень, постарайся хотя бы. А как это убрать? А что это вообще? Ты что, стакан воды в стену вылил? Не-не-не, я вот так делал. Ясно. Я не знаю, чем оттирать следы шоколада. Ладно, уберу основной мусор. Вот так, молодец. И когда ты уберешь эту странную надпись? Ладно, Лень. Да, все. Я все убрал, Владус. И стену я сейчас уберу. Стой. Я не трогал. Да все поставил. Чё так орёшь, Лёнь? Маму зову, чтобы оценила порядок. Чего разорался, не в лесу живёшь? Но вообще-то я убрался, мам. Тут безобразие, ты даже это не можешь нормально сделать. Раз ты у меня по-хорошему не понимаешь. Нужно как-то узнать, каким ребенком в детстве была моя мама. Фух, ладно, хоть она меня не заметила, вовремя спрятался. Лень, у тебя нет машины времени? Что? Я перебью, у меня есть. Что? Подожди, стой, какая еще машина времени, Лень, ты с ума сошел? Не говори, что она у тебя здесь в кладовке. Быстрее, она здесь в кладовке. Погоди, но здесь все было по-другому. Что это за странная кирпичная стена? Это лифт. Но как это лифт? Что значит тихо? Лифт по голосу активируется. А что нужно сказать, чтобы он активировался? Ахалай-махалай. Чё? В смысле? Мы едем! Лень, я не понимаю, как это работает. В смысле, у тебя лифт в доме и... Ладно, молчу. Всё, почти приехали, Владус. Вот, сейчас я тебе покажу свою машину времени. Вот она. Машина времени. Но я так и не разобрался. Я не знаю, как ей пользоваться. Ладно, давай другой способ найдем. Стой, не-не-не-не, Лень, я помогу. Я думаю, здесь все очевидно, но... Куда он уехал? Совсем, что ли, Леньк? Какой лифт в доме? Какая машина времени? Итак, у нас есть 3 красных блока, 1 черный, и наверняка нужно просто нажать на противоположный черному блоку рычаг. Ну ничего не сработало. Лень, ты вернешься? Нет? Нет! Ясно. Кажется, он отбывает еще одно наказание. Значит, нужно сделать все наоборот. Нужно нажать все остальные рычаги, то есть красный. Раз красный, 2 красный и 3 красный. И что? Дверь? Ванус! Я с тобой! Там мама ищет меня и тебя. Стой, а меня-то почему? Я сказал, что ты к нам в гости напросился на неделю. Как? Совсем, я ж не просился! И еще она сказала, у него что, своего дома нет? В смысле? Долго он будет тут ошиваться? Лень, все, хватит! А еще она сказала, что он достал нашу еду есть. Лень, все, перестань! Пойдем в эту дверь, посмотрим, что здесь у нас. Ой, погоди. Лень, где мы оказались? Эй! О, смотри, Лень, это твой папа, только маленький. Это мой батя? Любовь моя, выходи, пойдем погуляем. Выходи, говорю, я что, зря пришел? Ну ладно, будем действовать по-плохому. Лови камушек в окно. Ой, что-то такое происходит. Сейчас мама придет из-за шума. Что за шум здесь? Что здесь за шум? Ты все убрала? Кровать заправила?
посуду помыла? Но я только собиралась помыть. Только собиралась? Я тебе сказала это сделать 10 минут назад. Я все помою, посуда будет чистой. Если ты этого не сделаешь, я твой кактус выброшу. Нет, только не мой кактус. Пока ты в моем доме живешь, будешь делать то, что я сказала. Нужно все сделать, чтобы кактус остался в порядке. Лень, ты это слышал? Кактус! Кажется, вся проблема в нем. Но мы должны убедиться. Давай подумаем, как мы сможем пробраться в этот дом незаметно. Лень? Кажется, я понял, что мы сейчас сделаем. Есть план. Только попробуй поставить вопросительный знак. Есть? Есть! В отличие от некоторых. Да, я Моцарт. Все, мне пора отправляться. Где там моя любимая? Я тут. Да я про лошадь. Что? Вот она, моя красотка! Ну что ж, запрягай копыта, сейчас поедем до магазина. Нужно купить дрова, печь топить чем-то нужно ведь? Да, это идеальный момент, чтобы пробраться в дом. Нужно всего лишь за ним проследить. Куда это он там поехал на своей повозке? А затем будет самое интересное. Главное, сейчас подпишитесь, потому что будет очень круто. Ну что же, давай за ним, скорей, скорей, скорей. Главное, чтобы он меня не заметил. Чё, лошадка, останавливайся! Здесь! Тут-то мы и покупаем все наши ингредиенты. Ну что, Лень, готов? Скорее! В повозку! Стоп, что? Какую повозку, Лень? Ты чего думал? Сюда, сюда! Мы спрячемся в сено! Лень, нет! Я не буду прыгать в сено! О, нет, ладно, он сейчас придет. Давайте, если лайк поставите, то я это сделаю. Да я знаю, что вы любите, когда мы мучаемся, поэтому я прыгаю. Десяток яиц, 2 копейки. Ужас! Цены гнут и гнут. Все, поехали. Мне очень тесно тут, Ванус. И трясет. Терпи, Леня, терпи. Мы почти приехали. Когда мы приедем? Шш, молчи. Понял. Пойду заново забор покрашу. Ну что, уже можно вылазить? Уже можно. Итак, Лень, что будем делать теперь? Не вижу маму. Наверное, она на кухне. Ты имеешь в виду маму мамы? Нет, нет, маму, мою. Ладно, я уже в них, если честно, запутался. Да я мою маму имею в виду. Да ладно, что ты расплакался-то сразу, Лень? Ну так постоянно, нюни и нюни только. Ладно, давай, нам нужно зайти в дверь. А как проникнуть внутрь-то? Нужно какой-то ключ или что-то вроде того? Я не знаю, сигнализация то сработает. Лень, этому дому миллиарды лет. Это доисторический дом. Ты посмотри, он из бревен сделан, как баня. Я думаю, здесь нет никакой сигнализации, поэтому давай просто ее откроем. Стоп! Открыто? Да, Лень, заходи уже бегом, пока дед нас твой не увидел. Ну же! Только тихо, тихо. Да понятно, я-то всегда тихо, это ты все время шумишь. Давай, заходи, дверь захлапывай и... Кстати, деда я не помню в своей жизни. Понятно. Идем дальше уже или нет? Нужно найти кактус. Да, нужно найти кактус. Он наверняка здесь, в этой комнате. Кто это там шумит? Тихо. А ну-ка. Ты это слышал? Бегом, сейчас бегом, прячься. Давай, в шкаф, забегай. Сейчас. А эй, я спрячусь здесь. Ты посуду, доча, всю вымыла? Я сейчас проверю. Я почти всю вымыла. Мне чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось? Где твой этот кактус? Как ты смеешь? В моем доме. Нет, 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 не трогай кактус. Мне пора спать. О нет, мой кактус. Лень, за мной, Владус. Я знаю, что нужно делать. Что мы можем сделать? Я понял, у нее все проблемы идут именно из-за этого разбитого кактуса. Поэтому, Лень, она тебя все время наказывает. Отнесем горшок и кактус в машину времени. Что? Как? Не-не-не-не-не, Лень, ты сделаешь только хуже. Теперь этих осколок там нет. Что? Подожди, но здесь нет машины времени. Блин, а в прошлом-то машины времени нет. Во-во, проблема. Стоп, а здесь есть какой-то чердак. Погоди-ка, а куда он ведет? Что это за место? Ну-ка. Книжный полк, я думаю, они тут неспроста. Ну-ка давай, Лень, как ты умеешь? Это же моя нычка. В смысле твоя нычка? Из настоящего будущего, который будущий, то настоящего, ты понял. Двигай давай книжки уже. И? Что здесь? Ой, Лень, подожди, так здесь же ничего нет. Что ты собрался делать с этими осколками? Я их сейчас... восстановлю! Как это? Сейчас ты все поймешь!
Но как? Как тебе удалось его полностью восстановить, Лень? Что ты делаешь? Лень. Секунду. Зачем ты все закрашиваешь в черный цвет? Лень, я тебя не понимаю. И уже даже немножко страшно. Что это за каракули? Может быть, это квадрат Малевича? Мне нужно присмотреться сюда. А, теперь это я понял, для чего это было. Сейчас я все сделаю, Владус! Главное, сделать все тихо! Чтобы она меня не заметила. Я должна проверить, сделал ли мой сын уроки. Что? Дорогая мамуля, я вернул тебе твой любимый кактус, твой сынуля Леня. Мой любимый кактус? Лёня, я была слишком зла на тебя. Спасибо, что вернул мне кактус. И еще. Стой, не двигайся. Что? Кажется, на тебе муха. Не, стой! Подпишись, если не боишься мух.